Дорогие друзья, уважаемые гости, позвольте мне представиться, президент группы компании МВК Лапшин Андрей Витальевич. Я сегодня очень рад, действительно, мы эти события ждали весь год, было много волнений, поскольку 2009 год для всех был очень тяжелым, и по его результатам было тяжело как бы оценить действительно, что мы будем иметь в 2010. Но сейчас, видя такую замечательную выставку, ваши стенды, вашу экспозицию, можно уверенно сказать, что все-таки мы все изменились и уверенно смотрим в будущее. Это приятно отметить. В этом году в обоих выставках, и выставке PCV, и выставке Машекс, принимает участие более 600 компаний, представлена экспозиция более 25 стран мира. Я благодарен большому количеству гостей, которые сегодня присутствуют на церемонии открытия, поскольку то внимание, ту поддержку, которую мы получали в течение всего года, она заслуживает действительно большого уважения. А сейчас я хотел бы попросить наших уважаемых гостей, прежде всего Владимира Николаевича, Александра Николаевича, Сергея Валентиновича и Александра Павловича. К сожалению, мы все не сможем подойти к Леночке, но вот, пожалуйста, подходите. И открыть 9-й международный форум PCV-2010 и 13-ю международную специализированную выставку «Машекс-2010». Пожалуйста. Пожалуйста, приходите. Дорогие друзья, выставки открыты, всем удачи и рабочего настроения. Спасибо.